Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел. Приготовьте рабочее место и письменные принадлежности. Отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Урок математики. Тема: виды величин, масса, длина, время, закрепление. Отгадайте загадку. Что возвратить нельзя? Конечно, время. Оно секунда за секундой уходит безвозвратно. Следующую загадку отгадайте. Ног нет, а хожу. Рта нет, а скажу. Когда спать, когда вставать, когда работу начинать. Это часы. Следующую загадку. Хвост на месте лежит, голова вокруг бежит. Отгадку вы видите на слайде. Это стрелки часов. Повторяем. Час, минута. И повторим определение времени по часам. Первые часы солнечные. Посмотрите, какие они были массивные, громадные. Они были удобны только в солнечную погоду. В ночное время и когда тучи. Эти часы были непригодны. Следующие на смену им пришли водяные часы, способные работать круглые сутки, если позволял объем сосуда. Следующие, позднее, изобретены песочные часы, которые могли обеспечить точность около 15-20 минут за сутки. На смену им пришли механические, электронные часы, кварцевые. А вот посмотрите внимательно на циферблат часовой. Вы видите, что двойная нумерация чисел внутри от 1 до 12, внешняя нумерация 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Мы знаем, что в сутках 24 часа. Также вспомним, что 1 час составляет 60 минут, 1 минута 60 секунд. А теперь вернемся к нумерации. Почему двойная нумерация? От 12 ночи или 00. Час 00 минут начинаются новые сутки. И до 12 часов дня мы считаем по внутренней нумерации. А дальше 13 часов или 1 час дня, 14 часов или 2 часа дня, 15 часов или 3 часа дня, 16 часов или 4 часа дня, 17 часов или 15 часов дня и так далее до 24 часов. Посмотрите на модель часов. В ней используются две стрелки: большая минутная и маленькая часовая. Вот маленькая, которая обозначает, показывает часы, и минутная на минуты. В одном часе, еще раз напоминаю, 60 минут, а в одной минуте 60 секунд. Один час 60 минут, посмотрите, как записано, 1 минута 60 секунд. Вспомним, как определять время по модели часов. Если, посмотрите на модель, если часовая стрелка показывает на число 2, а минутная показывает на 12, значит, часы показывают ровно 2 часа. Посмотрите на следующие часы. Если минутная стрелка показывает на число 6, она прошла уже половину расстояния, а маленькая часовая находится между 7 и 8. Часы показывают половину 8. Определение времени по часам. Посмотрите, потренируемся. 3 часа 00 минут, 6 часов 00 минут, 9 часов 00 минут. Посмотрите, минутная стрелка прошла до 5 минут, значит, до 1,
Надин остановилась, значит, 9 часов 5 минут. Следующие часы показывают 10 часов 15 минут. Следующие 7 часов 10 минут. 11 часов 20 минут. 4 часа 30 минут. Посмотрите, как движется минутная стрелка и часовая. Минутная стрелка пробежала по циферблату вокруг своей оси целый круг, а часовая от 5 до 6 дошла. 1 час прошел. Посмотрите, от 7 до 8, как движется время. И еще один макет посмотрите. От 11 часов до 12. Определим время по часам. Если часовая стрелка показывает на 9, а минутная на 3, мы знаем, что каждая цифра, это от одной цифры до другой, минутная пробегает, это 5 минут проходит. Вот от 12 до 1 это 5 минут, 10 – 15, значит, время показывает 9 часов 15 минут. Следующие часы посмотрите. 1 час и минутная на 3, 15 минут. Следующие часы. 5 часов до 6 не дошли и 45 минут. Можно единицы времени сравнивать. Сравним 30 минут и 1 час. Вы уже знаете, что удобно сравнивать одинаковые единицы, поэтому 1 час мы переводим в минуты. Значит, 30 минут меньше, чем 60 минут. Следующая единица измерения – это измерение длины, их соотношение. 1 сантиметр, мы знаем, что это равно 10 миллиметрам. Вспоминаем, 1 дециметр – 10 сантиметров. 1 метр – это 10 дециметров или 100 сантиметров. Какие же есть измерительные инструменты? Мы знаем, что измеряют не в мартышках, не в попугаях, не в слониках длину, а только линейками или метровыми лентами. Это единая единица измерения. Посмотрите, от 0 до 10 сантиметров, это сантиметровая, значит, это будет 10 сантиметров или 1 дециметр. Единицы измерения вы знаете. 1 сантиметр равен 10 миллиметрам, 1 дециметр равен 10 сантиметров, 1 метр равен 10 дециметрам, 1 метр равен 100 сантиметрам. Давайте поупражняемся в заполнении пропусков. Переводе. 1 метр – это будет 10 дециметров. 9 метров – будет 90 дециметров. 1 метр составит 100 сантиметров. 30 дециметров – 3 метра. 4 дециметра – 40 сантиметров, 7 дециметров – 70 сантиметров, 10 сантиметров – 1 дециметр, 40 сантиметров – 4 дециметра. Можно сравнивать единицы величин – 10 сантиметров и 1 метр. Мы знаем, что 1 метр – это 100 сантиметров, значит, 10 сантиметров меньше, чем 1 метр. 49 дециметров и 5 метров. 5 метров – это 50 дециметров. 49 дециметров меньше, чем 5 метров. Сравниваем следующие единицы – 80 сантиметров и 7 дециметров. 80 сантиметров – это 8 дециметров. 8 дециметров больше, чем 7 дециметров. 5 дециметров и 60 сантиметров. 5 дециметров – это 50 сантиметров, 50 сантиметров меньше, чем 60 сантиметров. Можно решить задачи на нахождение единиц длины. Высота елочки весной была 7 дециметров.
Какой стала высота елочки к осени, если за лето она выросла на 20 сантиметров? Опять разные единицы измерений. 20 сантиметров – это 2 дециметра. Значит, 7 дециметров плюс 2 дециметра будет 9 дециметров. Высота елочки стала 9 дециметров. Следующие единицы измерения – массы. Как называется это устройство? Весы. Что измеряют с помощью весов? С помощью весов измеряют массу предмета. Масса – это величина. Ее можно измерить, и результат измерения записать с помощью чисел. Вспомни, массу предмета измеряют в килограммах. Вот какие механические часы вам встречались в жизни. Электронные, грузовые весы тоже вы видели, безмены в домашних условиях используются. Послушайте задачу. У Пети есть яблоко, у Вовы груша, у Кати лимон, у Лены клубника. Чей предмет самый тяжелый? Чей предмет самый легкий? Вы по весам видите, что самый тяжелый предмет – это груша. А самый легкий предмет – клубника. Легче, тяжелее – это свойство предметов. Это свойство называют масса. 1 килограмм, посмотрите, вспомним, как записывается сокращенно. Одна из мерок массы. Гиря в 1 килограмм вы видите. И предметы представлены. Пачка соли, сахара и так далее. Число, которое мы получаем при измерении массы, это мера массы. Давайте решим задачу. Чему равна масса дыни? Если на весах вы видите гири в 2 килограмма и 1 килограмм, мы что делаем? Массу 2 килограмма прибавляем 1 килограмм, итого 3 килограмма масса дыни. Чему равна масса пакета с рисом? Следующая задача. Рис и гири 1 килограмм и 1 килограмм. Мы что делаем? К 1 килограмму прибавляем еще 1 килограмм, получаем масса равна 2 килограммам. Молодцы, все, вспомнили. Еще следующую задачу решим. Масса мешка с мукой 10 килограмм. Сколько весит 4 таких мешка? Отрезком АК обозначена масса 10 килограмм. Какую массу обозначает отрезок АМ? Посмотрите. АК 10 килограмм, следующий отрезок тоже 10 килограмм, следующий и следующий 10. Итак, 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 равно 40 килограмм. Или 10 умножить на 4 равно 40 килограммам. 4 мешка с мукой весят 40 килограммов. Следующую задачу решим. Первый день мама собрала 9 килограмм яблок, а во второй 6 килограмм. Из 8 килограмм мама сварила варенье. Сколько килограмм яблок осталось? Сначала мы видим, что это составная задача. Сначала мы находим, сколько всего килограмм собрала мама яблок. 9 плюс 6 получается 15 килограмм. Для варенья она взяла 8 килограмм. Значит, от всей массы от 15 килограмм вычитаем 8 килограмм, получаем 7 килограмм осталось. Восстановите текст, используя известные вам единицы. Длина удава 5 метров. Длина ушей зайца 13 сантиметров. Длина муравья 6 миллиметров. Продолжительность урока 45 минут. Масса арбуза 8 килограмм. Все единицы мы повторили. Можно сравнивать, пожалуйста, 35 килограмм и 53 килограмма, 5 дециметров и 5 сантиметров, 80 миллиметров и 8 сантиметров, 50 минут 1 час, 35 килограмм меньше, чем 53 килограмма, вы правы, 5 дециметров больше, чем 5 сантиметров.
80 миллиметров – это то же самое, что и 8 сантиметров, равны 50 минут меньше, чем 1 час. Итак, ребята, мы с вами повторили все знакомые нам единицы измерения, которые изучили во втором классе. Повторите их еще раз. Спасибо за внимание.